Югорские школьники вернулись с осенних каникул. Правда, не все сядут за парты. Половина учеников средней и старшей школы перешла на дистант по распоряжению губернатора Натальи Комаровой. Это ученики 6-11 классов тех школ, где численность учеников превышает запланированную мощность в 1,5 раза и больше, а также образовательные учреждения, где за последний месяц у персонала диагностировали коронавирус. В общей сложности на дистанционное обучение перевели 3200 классов в 150 югорских школах. Для учеников с 1 по 5 класс очный формат сохраняется. При этом в случае диагностирования COVID-19 у учителей или обучающихся классы уходят на дистанционный режим. Дорогие земляки, применение наряду с очным дистанционного режима обучения – это вынужденная мера. Подчеркну, ввожу ее как ответ на показатели, характеризующие эпидемиологическую ситуацию в регионе. Именно тех, у кого подтвержден диагноз COVID-19, новой коронавирусной инфекции, то педагогов у нас сейчас порядка 300 человек, а обучающихся порядка 400 человек. Ну, 300 человек педагогов из 12 с лишним тысяч, 400 человек обучающихся из фактически 230 тысяч практически. Как мы понимаем, в процентном отношении это достаточно немного, к счастью. Тем не менее, нужно, чтобы заболевших не было вообще.